Всем доброго вечера воскресенья. Меня зовут Федяев Геннадий. Я из города Кургана, мне 31 год. Занимаюсь 3D-графикой, 3D-моделированием, визуализацией. Это одно из направлений дизайна интерьеров. Но в последнее время я занимался непосредственно именно 3D-моделированием как таковым. Ну и визуализацией тоже. Что бы хотелось сказать? Прежде всего, хотелось бы поблагодарить Михаила за его канал, за его видео и за его школу. Чуть-чуть по порядку. За его канал. На его канале очень много интересных мыслей всегда высказывается Михаилом, которые помогают в этой жизни, по крайней мере мне. Ну, как пример, например, знаменитое выражение, что «увидел пьяного, отойди». Раньше, например, я, если видел, что человек как-то агрессивно был настроен ко мне, соответственно, я точно так же отвечал ему. И ничего хорошего, как правило, из этого не выходило. Но сейчас я понял, на практике понял, что если видишь какого-нибудь неадекватного человека, лучше отойти в сторону и пройти мимо. На самом деле, намного лучше получается. То есть, хотелось бы еще поговорить про школу тестирования именно Михаила Портнова. Дело в том, что в последнее время на рынке услуг, особенно в Российской Федерации, развелось очень много обучающих курсов, программ, школ, там, семинаров, тренингов и всякого другого подобного. Но, к сожалению, все это море хлама рассчитано только на одно, чтобы вы заплатили деньги, и все, и больше ничего. То есть, почему я так говорю? Я говорю, я сам занимаюсь 3D-моделированием, тема популярная, то есть 3D Max, визуализация, V-Ray, полигональное моделирование, разработка игр, и все, кому не лень, пытаются срубить на этом бабла. Все обещают, что за 2 недели ты станешь супергуру. Дело доходит даже до смешного, что в интернете появляются картинки, посреди Арктики стоит джип, на улице стоит, ну, снаружи стоит мужик, а с другой стороны этого джипа медведь. И медведь как бы говорит, ну, матерными словами, типа, ах, ты меня за 2 недели 3D Max научишь, ну-ка иди сюда, типа, я тебе сейчас это покажу. Вот, ну, то есть дело до смешного доходит. Просто на самом деле уровень обмана, я не знаю, как у таких людей хватает совести. Вообще, мне кажется, они после смерти будут гореть в аду. Вот, на чем построена вся суть бизнеса у нас в России по обучению? Взять с вас деньги и все, и до свидания. То есть вам обещают, вам в уши вливают, что заплатите нам, придите к нам, мы вас научим за месяц, за 2 недели вы станете профессионалами, будете получать $3000 в месяц, вообще вот как с куста просто-напросто. Это я сейчас про сферу 3D говорю. Аналогичное, к сожалению, по IT-технологиям, то есть по тестированию, слава богу, я еще не встречал курсов у нас в России. По программированию встречал, и как бы тоже не совсем все чисто. Что касается школы Михаила Портнова, я говорю, это единственная школа, у которой дела не расходятся со словами. То есть если Михаил Портнов говорит, что пройдя обучение у нас, вы сможете устроиться на работу, это так и есть. Но, наверное, это только есть в Соединенных Штатах Америки. То есть здесь, в России, на местности, вам как бы никто гарантии не дает. Здесь все от вас зависит. Но и в то же время, я знаю людей, сам лично знаю людей, которые не учились на платных курсах Михаила Портнова. Они посмотрели бесплатный курс, и они устроились на работу, и у них все хорошо, и они развиваются семимильными шагами. То есть здесь как бы все зависит от вас. Надо понимать, что ваше положение в России и ваше положение в Соединенных Штатах, оно отличается. Школа дает вход в IT со стороны тестирования. И если кто думает, что в IT, да, то есть там системное администрирование, тестирование безопасности, да, грубо сказать, в программирование, тестирование его приложения, это я сейчас так сравниваю. Можно вот так вот с лету залететь, вот ты там 30 лет работал, грубо сказать, ну не знаю, каким-нибудь менеджером по продажам, и ты такой на шар решил заскочить в IT на кривой козе, ну не получится, вообще никак не получится. То есть на первом же собеседовании ты завалишься, да, то есть там никому не надо
знать какой-то там весь хороший, позитивный и чего-то много сделал там со своей жизнью. Нужны знания. Эти знания школа Михаила Портнова дает, поверьте мне. То есть, если вы мне не верите, пойдите, посмотрите учебный план. Вот, точнее, господи, учебный процесс, не помню, как называется, не суть, короче. Вот, но эта ступенька, она очень маленькая. То есть, вы на нее наступили, вы вошли в IT. То есть, это возможность получить вашу первую работу. Дальше все зависит от вас. Развиваться, в каком направлении, в направлении администрирования, в направлении программирования. Это все за вас, от вас зависит. То есть, как бы, школа рассчитана на то, чтобы... на то, чтобы вести вас в профессию. Дальше вы будете сами. Так. Еще раз хотелось бы поблагодарить Михаила за его канал, за его мудрые мысли, которые на самом деле нужны в этой жизни. Ну и за его школу, само собой разумеющееся. Хотел бы пожелать, даже не знаю, что пожелать, у Михаила все есть. Ну, скорее всего, оставаться в форме, выпускать видео и купить камеру. Купить хорошую камеру, которая бы снимала в разрешении 4K. Было бы круто. Все, всем спасибо. До свидания.